В Сочи за морской водой ведется постоянный контроль даже в межсезонье. Летом Роспотребнадзор берет пробы воды один раз в 10 дней. По результатам лабораторных исследований у нас море чисто. У нас этим занимается Центр гигиены и эпидемиологии, сочинский филиал, который здесь находится. Есть годовой план работы, согласно которому там планируется необходимое количество отбирать воду. И плюс еще море отбирает воду в ведомственные пляжи. А накануне специалисты лаборатории водоканала вышли в открытое море, чтобы взять пробы апрельской воды рядом с глубоководным выпуском. Совершенно чистая водичка. Пробы воды берутся в 4 местах, непосредственно в точке сброса сточных вод, в 500 метрах влево и вправо от глубоководного выпуска. К слову, через него с очистных сооружений в природу возвращается совершенно безопасная вода. И в 2 километрах от точки сброса. Это для показателя качества сбрасываемых сточных вод. То есть показать, что море чистое, сброс контролируемый, контролируемое качество очистки сточных вод. Морскую воду доставляют в лабораторию водоканала, где ее тщательно исследуют по нескольким показателям. Нам же поступили пробы, мне нужно зашифровать. Морская вода Сочи соответствует всем нормам, утверждают специалисты. Так что смело можно результаты нынешнего мониторинга предоставлять и в этом году Международной комиссии для заявки на премию «Голубой флаг». Существуют определенные нормы по Санпины, в которые мы укладываемся. Отклонений нет. Вода очень у нас чистая, очистные работают нормально. Мы сами купаемся на море. Гости курорта, выбирая пляж, уже начинают обращать внимание, сертифицирован ли он. Поднять голубой флаг над прибрежной зоной престижно для самих арендаторов. Международная комиссия проверяет территорию по 33 критериям: главное – качество воды и инфраструктура. Проблем по выдаче сертификатов у нас не будет, а вот намного важнее следующий этап – это уже непосредственно приезд экспертов в город Сочи. Они это могут сделать в любое свободное время, без предупреждения. Приезжают, посещают ту или иную пляжную территорию, проверяют соответствие тем критериям, которые были заявлены. В этом году таких заявок от Сочи 13, в том числе от пляжей санаториев «Знание» и «Юг». Награду дают только на один сезон. Через год прибрежная территория вновь должна доказывать высокое качество предоставления услуг. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.